Так, утро 10-го. Здесь сегодня день рождения. День рождения, Дима. Собираемся на охоту. Гуся. С Артым. Народу полно. Движуха идет. Движуха прет. Сургута, ребята. Тоже сургут. Гризлик. Аргошка моя, по самое не хочу, засажена. Мега крокодил. И готовимся, собираемся уже часа три. Толще, она где-то здесь есть. Вот ей реально. Вяжется. Максик. Развязывать хорошо. На морозе она. Хороший аппаратик. Болото нас ждет. Да, тонкая, тонкая. Ильдар, да, вот, который, помаши рукой маме. Чуть-чуть потолще, шестерка, 6 мм. Вот это самая идеальная веревка для нас. Вот столько снега, 13 мая, мужики, там снега просто полно, в Юганске уже снега нет, здесь же просто по пояс снега, вон там сидят табуны, просто большие, огромные табуны свизя, к сожалению, его не видно, но вот они. Вот они. Это еще ерунда. Вот они, красавцы. Говорят, с Юганска гусь сорвался над Юганском. И идет в нашу сторону. Будем встречать. Уток постреляли уже. Вчера с утра. Вот они, красавцы, свизи. В основном свизь и шило. Шило хвость. Сначала на озере стоял лед. Ой, да, снег со льдом. Сейчас все больше и больше теплеет. Снег сходит, лед тает, вода, все больше воды. 13 мая. Вот это все утка. Идет главный охотник, гусятник, утятник, лебедятник. Иди сюда, Вася, смотри. Вот они всегда там сидят. Не постесняйся на это, на зеркало подальше выкини. Да, да. Чтобы они от... надо, не, не совсем далеко, но не так. Оно течение, течение тут ты чё? Смотри на воду, как хуяри. Не, пусть они ближе. Я имею в виду, вот сейчас их и притянет, и они в лед упрутся. Чтоб от льда метр, два, три были. Тоже какая.
Мы их подзовем сейчас. Молодец, Борман, молодец. Молодец. Умница. Отдай. Молодец, молодец, Борман. Молодец. Молодец. Борман, взять. Борман, подай. Подай, подай, Борман, подай. Подай, 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 подай. Борман, подай. Добить его нахуй. Снимай. Да все снял уже. Молодец, Борман, молодец. Неси сюда его, неси. Неси сюда эту, блядь, сволочушку. Правильно его.
Скажи ему подай. Подай, подай, Дорон, подай. Ай, молодец, молодец. Иди. Добей его, это, ну, об, головой опью что-нибудь. Ну, это надо не говорить в камеру. Да ладно. Молодец, Борман, молодец.